Итак, продолжаем приколы с редактором. В прошлой серии я сделал хардкорного Пакмана и Фус Рудах. Теперь мы выйдем из этой миссии. И что у нас следующий? Запрос номер 3. Просит автор под ником «В гостях у Франчеще». Создай очень сложный паркур и пройди его, а еще чтобы на этом паркуре были монстры и снайпера, как-то так. Очень сложный паркур для Коула? Я даже не знаю, я могу сделать наркоманский паркур, но он просит именно очень сложный. Давайте попробуем. Давайте сделаем паркур в стиле Майнкрафт. Почему нет? Нет, мне вообще нужно... Да, как раз именно это мне нужно. Платформер. О, да! Дорогой наш Майнкрафт. Тут есть блок травы. Есть доски дубовые. Отлично. Ну и вот. Значит, Коулу нужно будет прыгать по этому всему говну. Блоки будут все одинаковые, но паркур будет сложный. Потому что на этих блоках реально трудно устоять. А также будут, как я говорил, вышеупомянутые снайперы и монстры. Причем монстры исключительно на крышах. С которыми придется сразиться, прежде чем я доберусь до противоположного конца. Так. Кто вот такой вот прыгает есть. А потом вот так вот. Хотя нет. Лучше вот сюда, снова на крышу, к еще одной группе монстров. Фиг знает. Они вместе же все на него нападут. И эти, и эти. Не, срать. Все-таки давайте... Куда-нибудь другое место. Вот тут будет еще группа монстров. Далее будет вот такое вот очень странное индукционное скольжение с прыжками через блоки. Потом после прыжка нужно уцепиться за эту трубу и запрыгнуть сюда. Как-нибудь так. Я вообще не знаю, можно ли это будет пройти. Потом наш прыжок сюда. И блоки здесь. Вообще какую-то хинею сейчас творю на самом деле. Я просто не представляю, как сделать сложный паркур. Что автор имеет под собой в виду. Мне кажется, это будет пипец сложный паркур на самом деле. Ну и вот, и где-нибудь вот на этой крыше это все будет дерьмо заканчиваться. Тут будет финальная группа монстров. Снайперы и прочее. Ну вот. В принципе. Давайте проверим это на работоспособность, чисто реально ли это пройти. Так, он за эту фигню цепляется, это хорошо. Опа. Коул играет в Майнкрафт. Не, знаете, это не так уже сложно на самом деле. Но если меня будут скидывать, отсюда тебя кидывают... Вот, пожалуйста, я упал. Можно сделать еще внизу такую хрень. Типа, если ты упадешь вниз, то все, ты упал, короче. И миссия заново. Такой хардкор.
Нет, я не буду в ближайшее время снимать GTA, хотя, может, и буду. Я еще сам не знаю. Оп. Ой-ой-ой, мимо. Ха. Знаете, это не так уж и сложно, как мне казалось, когда... Ага. Нет, реально, если я сделаю внизу такую хреновину, типа, если я упаду, то все пипец. И еще плюс к тому же всяких монстров и прочую хрень, которая будет мне мешать, то это будет очень даже хардкорный паркур. Так, значит, нужна область. Туп. Кстати, высоту мы сделаем. Ладно, посмотрим. Сейчас я главное растянусь как можно сильнее. Ширину и в длину. 50 метров. В принципе, нормально, думаю, будет. Правда, я не вижу, где она заканчивается. Настолько уж она огромна. И высота, впрочем, приемлемая. И провал операции, значит. Проверим, достает ли она до начала миссии, потому что иначе будет конфликт. И я прям сразу же с начала миссии ее провалю. Нет, смотрите, не достает. А нет, 300 метров это многовато. 30 метров, вернее, нужно поменьше. И машина, давайте сделаем один. Вот. 2,6 метров, это как раз таки уже. Вот так вот. А, она такая маленькая-то получится. Нет, тогда масштаб мы увеличим. Ха-ха-ха-ха. И высоту как-нибудь. Вот так вот. До первого этажа. Попробуем так. Мне просто необходимо тестировать, чтобы понять, как это все работает. Тихо. А, ну вот. В принципе, тут уже нормально. Допустим, я лох, я тут упал. Да. Отлично, все работает. Дальше теперь расставим всяких негодяев, мешающих мне. Вот тут, значит, вышеупомянутые монстры. Ополчение и монстры. Ну, вот тут, значит, несколько штук будет. Ну, точно больше, чем несколько штук, ладно. И снайперы. Вот на этом балконе будет уже аж 2 снайпера. Где еще? Прибавку к сражению с монстрами снайперы будет еще здесь. Здесь. Вот тут можно. Вот тут можно парочку. Вот тут обязательно. Тут 3 штуки. Вот тут 2 штуки. И вот тут 2 штуки. В принципе, так нормально. Еще можно вот здесь пару. Тут. И тут.
и даже тут. Ну вот. Теперь монстры. Здесь будет немножко. Вот здесь немножко. Ну и здесь дохренище. Просто тьма тьмущая этих сраных монстров в купе со снайперами. И моя цель попасть в какую-нибудь очень маленькую область. Примерно таки вот такого размера, которая будет означать успешное выполнение миссии. Но при этом монстры будут и здесь. Сколько хватит? Ну, 100%. Выполняем. Вроде бы я все сделал нормально, хардкорно, можно приступать. Демон. О да. Иди в пень. Снайперы какие-то косые все. Хотя, блин, я не знаю. А, черт, нет! Вот. Не надо в бой. Я сам справлюсь. Тихо. Уйди. Это не я. Вы меня с кем-то перепутали. Оп. 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 Ай-яй-яй, нет, 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 нет. Вот так вот. Франчеще хочет, чтобы я над собой издевался. Пожалуйста. Как просили. Да не, мне на вас насрать, мне добраться только к этой сраной клумбе. Ой-ё! Ни хрена, не-не-не, стюбай! Вот как он пополз, а. Погнали. Ладно, так мне действовать никто не запрещал. Нет! Фух, это не считается, что я упал, поскольку я не достиг низов. Никогда. Я уже вам говорил 100 раз и скажу это еще раз. Оп. Вай, 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 вай. Нет! Зараза. Вроде бы это легко. Куда ты сдаешься, блин? Прием стеклотары, что ли? Ты не трогай, я меня насрать на тебя, нет! Сраные блоки. Сам же, главное, придумал, сам же страдаю от этого, прикольно. Вот вам, блин, сложный паркур. Я не знаю, что представлял себе автор, может быть что-то пооригинальнее и поинтересней, но мне фантазии хватило лишь на вот это вот, то, что вы сейчас перед собой видите. Нет! Ага! Опс! Ха-ха! Я хитер. А, тут вообще надо наверх лезть. Ой-ой-ой-ой. Иди в пень. Ой, куда лететь? Я забыл маршрут. Ага. Помнил? Ёп. Берный тет. А, мне все равно потом вот... Нет! Опс. Отлично. По коробочкам. По коробочкам.
Не спеша прыгаю я. Срань господня. Я почти добрался. Давай. Есть. Фух. Ну все, пока. Я в клумбе. Я прошел. Офигенно. Попытки так четвертой я это прошел. Фух. Все. Выполнено. Дальше. Delta Games Rus. Пишет, сделай так, чтобы любые платформы были прикреплены в воздухе, а на них были зики, которые между собой дерутся. Ну, запросто. Это вообще запросто. Даже хоть здесь. Значит, платформа в воздухе. Ну, я возьму мои любимые стены. Дерутся, это в каком смысле? Перестреливаются или просто дерутся? Ну, скажем... Вот это будет главная платформа. Так сказать, арена. От нее будут сходить еще платформы. Вот как-нибудь так. Далее это все будет образовывать такую своеобразную окружность. Наркоманское все выглядит. Ну да ладно. Это и не должно выглядеть, как будто это что-то здравое и серьезное. Ну вот. Просто идеальной формы окружность у меня получилась. И теперь осталось здесь только сделать зиков. Зики. Так. Вот он. Ну и погнали, значит, у вас тут четверо здесь. Здесь один. Здесь, здесь, здесь. Здесь, здесь. У вас тут до хрена должно быть зиков. Ну вот. И еще один здесь. Ну вот, до хренища зиков есть. Теперь нужно расставить логические элементы. И все. Если начинается, никакая команда сценария нет. Значит, враждебность и приказы. Зику враждебность, Зику. И приказы. Зик напасть на Зик. Максимальный радиус. Без команды. Вот. Пунктом наблюдения здесь будет вот это место. В принципе, подходит. И условием завершения будет... Сколько у меня зиков? 20. Значит, счетчик. Счетчик. 19. Показать обратный отчет. Это будет окончание.
Миссия начинается. Все. Го смотреть на баталию зиков. Так. Дабы это было еще интереснее, я сделаю так, что упавшие зики больше никогда не возвращаются. Вот. При падении зика. Да. Зик. Только здесь. Любой. И потом. Здоровье. Триггер. Установить. 0% побежден. В чем дело? А, понятно, я поставил, когда миссия начинается. Я идиот. Надо другое условие же. Обездвижен любой зиг. Вот так. Вот. Пять зиков осталось. Еще один сдох, еще один сдох. Дуэль века! Кто-нибудь кого-нибудь уже убьет наконец в этой дуэли века. Давай. Just kill him. Но он сейчас... Это самое эпическое убийство в жизни. Ура! Выполнено. Так, дальше. Пользователь Эндер Крипер просит меня. А попробуй один титан против 4 ополченцев с гранатометом. Я это сделаю, мне не сложно, но думаю, мы все прекрасно понимаем, кто выйдет победителем в этой битве. Фу, блин. Ну, а для тех, кто не понимает... Милости прошу. Так, это я выхожу и создаю новую. Значит, титан против 4 ополченцев с гранатометом. Именно с гранатометом? Он имел в виду РПГ? Или именно гранатомет. Ладно. Значит, нам требуется произвести ряд манипуляций, как всегда. Так. Думаю, мне вообще не нужно говорить, кто победит в этой битве. Вообще не нужно. Но раз зрители просят, пожалуйста. Такс, ну вот, значит. Модификатор урона враждебность. Оп, враждебен. Титан. Инверсия. Дальше то же самое. Приказы. Оп, напасть титан без команды. Инверсия. И еще. Нет. Не то взял.
и инверсия. Ну вот. Когда обездвижен все ополченцы или титан, миссия завершается. Все просто, все понятно. Так, теперь, значит, мы будем наблюдать, опять же, откуда-нибудь сверху. Скажем, вот отсюда. В то время, как на этой улице разразится великая битва. Значит, двое с гранатометом, да? А, четыре. Пардон. Четыре. Нет, ты лишний. Почему? Ну, просто так автор захотел. Все, го! У тебя с жизнями. Ну, чуть-чуть они ему отняли. И чё? Ты, блин, чё творишь? Идешь. Ладно. Вы меня вынуждаете. Как же я обожаю эти стены. Стенник можно на бок поставить. Группа уже новая. Я надеюсь, они не вылезут за пределы этой стены. Это менее реалистично, но зато более практично. Вот все, такая вот вам арена, друзья. Сражайтесь, и пусть победит сильнейший. Нет, это нужно сделать агрессивней. Или даже не здесь, это выполнить. И потом параметры и сложность высокая. Вот. Ну стреляйте. Во. Kill him. Так, ну вот, двое точно остались. Третий, может быть, человек где-то тут валяется.
они обвалили мою смотровую площадку. Ну все, он всех замочил. Это было очевидно. У ополченцев нет шансов. Но давайте дадим им еще один и заменим им оружие с гранатомета на ракетницу. Возможно, автор имел в виду это. Я сомневаюсь, что это сильно изменит исход битвы, но мне просто хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, остался один. Коша сам себя взорвет. О, мазюка. Ну все, хана ему. Не, ребят, 4 ополченца, как бы они ни были вооружены против титана, это не серьезно. Так. И вот, пожалуй, самый интересный, ну не самый, конечно, но довольно интересный запрос. А еще сделай так, чтобы ополчение сражалось с ледяными солдатами, которые не бьют ополчение, а бьют монстров, а монстры будут бить ополчение, а ополчение не атакует монстров. Вот такая вот мясная битва у нас будет. Давайте мы это организуем. Значит, нам потребуется ополчение, ледяные солдаты и болотные монстры. И соответствующие группы. ЛС, О, М. Такс. Наблюдать за процессом мы будем все с той же точки. И окончание миссии будет что, кстати говоря? Я не знаю ничего про условия окончания миссии, поэтому мы его просто не будем ставить. Ха-ха! Хотя, возможно, оно будет означать, если побеждены две любые группы. То есть, как я это сделаю? Если обездвижен все М... Тихо. Если обездвижены все ЛС. Да блин. Если обездвижены все О. Это все идет в сумматор. Что-то хрень какая-то. Не, это лишнее. Ну вот. И счетчик. Два счета. Когда остается одна группа, все. Так, теперь, значит, со всей этой лабудой. Кто кого бьет? Я нахрен сделаю прямо вот так вот. Потому что чую, ветвлений мне потребуется много. Ну вот. Охрененно. Значит, начнем с самого простого, что все три группировки нейтральны к Коулу. М нейтральный. И дублируем. Раз, два. О нейтральный. И ЛС нейтральный к Коулу тоже. Далее. Возьмем эту же враждебность. Так.
Ополчение с ледяными солдатами. То есть ополчение враждебно к ледяным солдатам. Но при этом... Так, и напасть. Напасть ополченцы. Приказы. Ополченцы на ледяные солдаты. Без команды. Но при этом они нейтральны к монстрам. И они нейтральны. Все. Вот такая шняга, значит, получается. То есть это будет 3×3, даже 4×3, 12. Так, вот это кол. Это вот эти парни. Они враждебны к ледяным солдатам, они атакуют ледяных солдат, но при этом они нейтральны к монстрам. Дальше, еще 3. Теперь, монстры. Монстры бьют ополчение. При этом они нападают на ополчение. И при этом они нейтральны к ледяным солдатам. Вот. И последнее, это у нас, так, ледяные солдаты, полагаю. Им в противнике достаются с монстрами. Враждебность. ЛС, враждебен к монстрам. И приказы. ЛС напасть на монстров. И они нейтральны к ополченцам. Фу. Вот такая мясная схемка получилась. Ну что ж, давайте в каждой группе по 10 участников. О! ЛС и М. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Всех по 10. Так, еще раз. Ополчение с ледяными солдатами. Есть. Которые не бьют ополченцев. Да, так и есть. А бьют монстров. Тоже есть. Монстры будут бить ополчение. Монстры бьют ополченцев. А ополчение не атакует монстров. Ну вот, все понятно. Теперь выполняем и смотрим на это безумие. Займу место в центре событий.
делать? Эти бьют монстров. Получается, всех уже перебили, походу. Когда вторая группировка сдохнет, миссия закончится. Знаете, мне не нравится здесь одна вещь. Это трафик. Вот так вот. И еще одна вещь мне не нравится. Сейчас. Начинается миссия и карта. МОЭЛС. Все эти хрены должны быть на мини-карте и разными способами. Монстры всегда. Точка маршрута и особый. Вот так. А, и еще. Раз уж на то пошло, то тогда любой. Так, кто у нас там? Ополченцы — это точка маршрута. Лучше наоборот. Они как-то поживучие. Прикрепить. Значит, когда обездвижим любой монстр, то карта, триггер. Нет. Вот, ветвление снова. Чтобы то же самое правило распространялось. А нет, наоборот. Суматор у нас должен быть. Вот так. Чтобы у нас стирались с карты те, кто сдох. Высокая сложность, поэтому тут мясо небольшое. Монстры бьют ополченцев, да? Да. Так, ну ополченцы всех вышибли. Остались только монстры и ледяные солдаты. Кстати, я, наверное, много снимаю, да? О, а в принципе так нормально. Длинновато, правда, немножко. Но это последний запрос. Значит, Бэкман есть, Фусродах есть, сложный паркур есть, платформы с зиками есть, Титан против Щедрака Болчинцев есть, и вот это. Идиот. А, ну правильно ведь. Монстры же не атакуют их. А, все, всех монстров замочили. Ура, победили ледяные солдаты, кто бы сомневался. Еще раз давайте взглянем на этот ужас, который, по сути, не так уж красиво и выглядел. Но желание зрителя для меня закон. В принципе, вот все. Все 6 запросов на сегодня я выполнил. С вами был Тест-46, прикол с редактором в Infamous 2. Естественно, жду новых запросов от вас. И когда их наберется достаточное количество, я соберусь силами это все выполнить, вы увидите новые серии приколов с редакторами. Возможно, я еще это сниму в прохождении миссий пользователей. Так что можете этого тоже ждать. Ну и спасибо за просмотр. До свидания. Увидимся в следующих рубриках Infamous 2.